время пребывания пациентки и после того, как она объявила о том, что она прекратила принимать пищу, медики говорили и очень настоятельно рекомендовали, что этого просто делать не нужно, потому что ни при каких медицинских показаниях на данный момент пациентке это было по состоянию здоровья не показано. Вот. В общем-то, последнее время пациентка действительно уже была более склонна к тому, чтобы прекратить голодание. И надо отдать должное, что доктора, которые здесь сопровождали ее постоянно, в общем-то, была нормальная в этом отношении коммуникация. И мы, в общем-то, сегодня после беседы окончательной, немецкие специалисты также абсолютно однозначно рекомендовали пациентке, так же, как и украинские специалисты, прекратить голодовку.